Краковский театр, сцена-студия. Продюсерский центр «Человек». Представляют спектакль. Бесы. По роману Фёдора Достоевского. Постановка Кристоф Ясинский. Николай Всеволодович Ставрогин, Радослав Кржижовский, Петр Степанович Верховенский, Гжегорж Мейлзарик. Нужно 2000. Минимум 1500. Дайте мне эту сумму завтра, даже сегодня. И завтра я ушлю Лебяткина в Петербург. Если хотите, вместе с Марией Тимофеевной. Подумайте над этим. Мне незачем отсылать Марию Тимофеевну. Может быть, даже и не хотите? Может, и не хочу. Одним словом, будут деньги или нет? Денег не будет. Ставрогин, я не отдам вам Шатова. Я знаю, для чего вам нужна кровь Шатова. Она должна сцементировать ваших людей. Вы ко мне пристали еще с-за границы. Вы думаете, что я хочу, чтобы зарезали мою жену? Вы хотите впутать меня в это преступление, чтобы получить надо мною власть? Но для чего вам эта власть? Решите, ваш ли я человек, и оставьте меня в покое. Помиримся. Я отдам вам Шатова, хотите? Значит, правда, что вы его решили убить? Зачем вам Шатов? Зачем? Слушайте, я отдам вам его, но помиримся. Ваше значение велико. Да что с вами? У меня за голенищем нож. Но я с вами помирюсь. Да на что я вам, наконец, черт? Талисман я для вас, что ли? Мы поднимем бунт. Вы не верите, что нас двоих достаточно? 10 таких же кружков, и я стану неуловим? Из таких же дураков? Ставрогин. Будьте поглупее, почему они дураки? Нынче у всех не свой ум, нынче ужасно мало оригинальных умов. Знаете, я думал отдать мир папе. Я хотел отдать свят папежу. Так. Пусть бы вышел с этим посохом, пеш и босс, и показался черни.
Вот до чего меня довели. И все повалят за ним, даже войско. Папа вверху, мы рядом с ним, а все остальное внизу. Нужно только, чтобы интернационал согласился на папу. Запомните мои слова. Довольно. Хорошо, черту папу. Нужна актуальность. Папеж будет на Западе, папа будет на Западе, а здесь у нас Ставрогин. Верховенский, вы выпили? Вы знаете, что вы красавец? Вы иногда про это не помните, и это у вас всего прекраснее. Я вас изучил. Я на вас часто сбоку из-за угла гляжу. Знаете ли вы, что в вас даже есть какое-то простодушие и наивность? Я не нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они идолов не... А я люблю моего идола. Вы мой идол. Вы держитесь на равных, а все дрожат перед вами. Никто не осмелится потрепать вас по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, всегда обаятелен. Вам ничего не стоит пожертвовать жизнью, своей или чужой. Вы именно такой, какого нужно. Вы предводитель, вы солнце, а я червяк у ваших ног. Сумасшедший. Может и брежу, Только один человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Что вы так на меня смотрите? Вы мне нужны. Без вас я ноль. Сначала мы пустим смуту. Проникнем в народ. Наши люди не только те, которые режут и жгут. А я не понимаю работы без дисциплины. Я ведь мошенник, а не социалист. Я их всех уже сосчитал. Учитель, смеющийся над Богом, наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу, уже наш. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален. Наш. Администраторы, литераторы, артисты. О, наших много. Только они сами этого не знают. Везде непомерное тщеславие, зверский аппетит. Когда я уезжал, свирепствовал тезис, что преступление есть помешательство. Приезжаю, и уже преступление не помешательство, а именно здравый смысл. Ну как интеллигентному человеку не убить, если ему нужны деньги? Это начало. Народ пьян. Матки пьяные, дети пьяные, церкви пусты. Русский бог уже спасовал перед водкой. Пусть бы еще попьянее стали. Я вслушаю с изумлением. У вас огромные политические амбиции. Я только мерзавец. Вы хотите знать, кто я такой? Не зря я у вас руки целовал. Эх, времени бы побольше. Мы провозгласим тотальное разрушение. Мы пустим пожары, пустим легенды. Начнется смута.
все зашатается так, как свет еще не видел. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. И тут мы пустим Ивана Царевича к вас. Мы скажем, он скрывается. Знаете, как много значит это словцо? Он скрывается. Но он явится, новая сила идет. Ну что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не дал. А тут сила неслыханная. Так это вы серьезно на меня рассчитываете? Чего вы смеетесь так злобно? Чего вы смеетесь так злобно? Гордый как Бог. Есть пан в променной ауроле ofiarnictwa pani zwycięży. Pan spojrzy i zwycięży. Взволнуется море, рухнет старый балаган, и тогда мы будем строить в первый раз мы одни. Это безумие. Ставрогин. Я вам все сделаю без денег. Я покончу завтра с Марьей Тимофеевной без денег. Я вас за границы выдумал, Ставрогин. Не хочу тише, Вайдаку. Przeczuwałem to, ale ja nie umiem żyć bez pana. Я уж за границу пана вымышлил, Ставрогин. Даю пану день. Даю вам день. Два. Ну, два, три. Я потребую. Больше я не могу. Через три дня ваш ответ. Я сделаю это пану без пенензи. Скончу. Я покончу завтра с Марьей Тимофеевной без денег.